Всем привет! Сегодня у нас в обзоре вот такое вот издание под названием «Легендарное кино». Как мы видим, здесь три боевика с Николасом Кейджем. «Без лица», «Воздушная тюрьма» и «Угнать за 60 секунд». На обратной стороне информация о фильмах, звуковые дорожки, субтитры, продолжительность издания. Здесь у нас обычный рукав, внутри которого аморей на три диска. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на наш канал. До скорых встреч. Пока.